Это конкурс акынов. Куча здесь вон фотокорреспондентов таких. Но вот они, орлы. Наконец-то я до орлов добрался. Красавчик, конечно. Вот содержать его. Кушает только мясо. Вон их целых два. А вот они, тазы. Наташе нужна еда, да? Красавчики такие. Вот они голодные пока. Чтобы они показали чудеса ловли. Их держат голодными. Потому что сытый он в жизни никого ловить не будет. Вот такой вот белый унитаз. Вот этот дяденька побеждает везде, Наташа сказала. Вот этот в очках, который побеждает. Да, дают бесплатно плов. Баурсаки. Что это там? Вот игра в бабки прямо. Плов, ребята, мы покушали. Плов высший просто. У нас с Наташей такой не получается сделать. Уж не знаю, что там за секреты. Я думаю, правила простые тут, да? Надо вот такую цветную бабку выбить. У кого больше бабок, тот и победил. А там будут канаты и гири. А мы играли в клёк. В принципе, почти те же правила. Ready?
Какой красивый костюм. А сколько там они хоть... Тут меньше людей, елки. Вернее, они... люди сами меньше. Сами люди меньше. Но он такие небольшие. Ну, с Берку там просто красавец. Это вообще что-то против... Это полдеревни против полдеревни, представляете? Класс! И это неожиданно все происходит. И непонятно, кто за белых, а кто за красных. Это вообще супер. Ну, такое я первое... И даже девушки он там, смотрите, даже... Нет, тут девушек нету. Вот все, те победили все-таки, елки. В общем, мы или пойдем погреемся, или мы поехали. Ты иди зайди в эту, там, попей чай в юрте.